Сегодня, накануне Дня народного единства, в Ульяновском педагогическом университете все желающие смогли написать этнографический диктант. В фойе участников встречали фольклорные коллективы города. Я абсолютно уверена, что с каждым годом размах этой акции будет значительно больше. Удачи вам в написании, поиске правильных ответов и приобретении новых знаний. Задания диктанта состояли из 30 вопросов, 20 общих для участников всей страны и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам отводилось 45 минут. Главная цель – оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Географию и историю очень хорошо знаю, но не очень хорошо, но нормально. Вот. И хотел еще раз проверить свои знания по истории, по географии. Я пришла принять участие, потому что я считаю, что это очень важно, знать историю нашего народа, народа, который проживает на территории нашей России. Всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант» Ульяновск принимает у себя в третий раз. Популярность проекта с каждым годом растет. Увеличилось как число желающих написать диктант, так и количество площадок. Если в 2016 году у нас была 21 площадка и 900 участников, то в этом году 51 площадка, на которых мы ожидаем более 2500 участников. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта было организовано онлайн-тестирование. Результаты, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на интернет-ресурсе 12 декабря. По итогам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.